Нет, это не кадры со съемочной площадки боевика. Это соревнования по практической стрельбе в Сочи. Краевой чемпионат по этому виду спорта в городе-курорте проводят впервые. Сюда приехали более 60 стрелков. Не только из разных городов Краснодарского края, со всей России. Ставропольского края, Ростовской области, Адыгеи, Северной Осетии, Татарстана, Москвы и Казахстана. Это ежегодные соревнования, которые включены в единый календарный план спортивного Министерства спорта. В этом году они перенесены в город Сочи, эти соревнования. Приехали ребята с Южно-Федерального округа, Северо-Кавказского округа командами. Заявились также ребята военные, участвуют все ближайшие регионы, гости из Москвы. В принципе, та динамика, которая имеет место быть, можно смело сказать, что мы крайне динамично и положительно развиваемся. Это для таких соревнований достаточно неплохая планка, и мы ее будем только улучшать. На данном этапе у нас порядка 60 участников, показывается хорошее время. Кроме этого, есть команда города Сочи, команда Black Rock. Она тоже показывает достаточно неплохие результаты. Ну, в целом, динамика положительная. У нас есть тут и чемпионы России, мастера спорта международного класса. Соревнования строили судьи, которые выступают не только в России, но и также по всему миру, выстраивают такие матчи. Можно смело сказать, что уровень соревнований позволяет нам встречать гостей не только с России, но и со всего мира. Мы приехали со Ставропольского края, команду привезли свою. Занимаемся мы уже почти 6 лет практической стрельбой. Сюда ездим часто, потому что организация стрелкового клуба «Сокол», она всегда на высоте. Они нам 2 дня устроили праздник вместе с Black Rock совместно, и мы получили большое удовольствие от этого. Ну, удовольствие же не только стрелять, это все-таки краевые соревнования. Вот соревновательный дух здесь каков? Здесь высокий уровень соревновательного духа, потому что приехала ростовская команда, Осетия, Ставропольский край, Краснодарский край, из Центральной России. И самое важное, здесь дух семейный, потому что когда мы сюда приезжаем, как у себя дома. Что можете сказать об условиях, которые созданы здесь на краевых соревнованиях? Есть чем сравнить с Екатеринбургом. Очень похоже, такого же высокого уровня, качество, а самое главное – чистота, порядок и удобство. Практическая стрельба – это совмещение спорта, шахмат, логики и быстрого принятия решения. Поэтому я рекомендую молодому поколению заниматься практической стрельбой, потому что развивая мышление, интеллект, а самое грозное оружие – это не вот этот пистолет, да, под названием «Кольт», а это наш мозг. Внимание! Точность, скорость, мощность – эти три слова как нельзя лучше описывают этот вид спорта. Стрелковое мастерство участников чемпионата оценивается как баланс этих трех основных составляющих. В соревнованиях по практической стрельбе в Сочи использовали 2 вида оружия – пистолет и карабин. Турнир состоит из нескольких упражнений, в каждом новый набор препятствий. Стартовая позиция. Стрелок стоит расслабленно на отметке, лицом в сторону мишени. Показываю. Отметка. Касаемся пятками отметки. Положение оружия номер 3. Старт по звуковому сигналу. Процедура выполнения. По звуковому сигналу стрелок поражает мишени по мере видимости, не выходя за пределы штрафных линий. Углы безопасности 180 градусов. На упражнении применяется ход скоринг. Вопросы? Порядок. Порядок вам сейчас зачитает судья. 3 минуты на ознакомление. Время пошло. Упражнения спортсмены проходят последовательно от одного к другому. Каждое на краевых соревнованиях включает в себя стрелковое задание, моделирующее потенциально возможную ситуацию использования пистолета. Перед каждым выходом на огневой рубеж стрелок обязательно проходит упражнение без оружия.
Стрелку нужно ознакомиться с письменным брифингом. Ему дается право пройти это упражнение без стрельбы, то есть чтобы он выработал некий свой так называемый геймплан. Вот. После чего дается стрелку команда на то, чтобы он зарядил оружие. Он заряжает оружие, и по сигналу таймера стрелкового, это некое устройство, которое записывает выстрелы вплоть до сотых доли секунды, он выполняет стрелковое задание. После чего стрелок безопасно разряжается, мы убеждаемся в том, что он вышел с разряженным оружием с упражнения, вот, и после чего, соответственно, мы совершаем подсчет очков. То есть записываем время, которое стрелок потратил на это упражнение, и после чего мы делаем подсчет очков. Упражнения в чемпионате Краснодарского края делятся на короткие, средние и длинные. Между собой они отличаются максимально возможным количеством зачетных выстрелов. Упражнения как короткие, средние и длинные упражнения. Вот, короткое упражнение – это 12 выстрелов максимум, среднее – это у нас получается 24 выстрела, и 32, соответственно, выстрела – это у нас длинное упражнение. Одно из главных отличий практической стрельбы от пулевой или стендовой – стрелять нужно в движении. Стрелок должен уметь не только четко попадать по мишеням, но и делать это как можно быстрее. Время тоже идет в зачет. Для каждого упражнения организаторы краевого турнира готовят новую мишенную обстановку, новый набор препятствий и условий выполнения. Мишени располагаются таким образом, чтобы дать стрелку возможность показать навыки точной и скоростной стрельбы. Данный стрелковый объект недавно построен, обустроен, скажем так, соблюдены все необходимые там требования, касающиеся технической укрепленности и усиления стрелкового объекта. То есть, скажем так, люди подошли основательно к обустройству данного объекта, ну и в частности к организации проведения данного мероприятия. У нас необходимо стрелкам выполнить 9 упражнений. Соревнования разбиты в 2 дня. В субботу 9 ноября у нас выполняли упражнения с 1 по 5. Затем мы выполняем упражнения с 6 по 9. Что касается непосредственно выполнения самих упражнений, то все упражнения разные. То есть на данном мероприятии у нас представлены длинные упражнения, средние и короткие. То есть каждое упражнение отличается от количества мишеней. Соответственно, как бы длинные, там больше мишеней. Также и присутствуют бумажные, металлические мишени. Спортсмену необходимо за максимально короткое время поразить быстро, точно, а самое главное, безопасно мишень. Вот, потом все это время учитывается, идет подсчет очков, вот, и затем вводятся результаты. Пока рекордов не было, но, скажем так, уровень подготовки стрелков позволяет показывать достаточно хорошие результаты, высокие. Выступают достаточно опытные стрелки, как я уже сказал, и, в принципе, которые могут показывать достойный результат. Вот. Может быть, для себя кто-то и показал лучшее время, но в целом, как бы, результаты стабильны, вот, стрельба динамичная, то есть, в принципе, выступают все на уровне. Станислав стреляет, Валерий готовится. Результатом стрелка на упражнении считается сумма очков за поражение всех мишеней. Очки делят на время, которое показывает спортсмен. Так, в чемпионате региона высчитывается так называемый хит-фактор. Стрелок, имеющий наибольший хит-фактор, побеждает в упражнении и получает наибольшее количество очков. Упражнение – это некое стрелковое задание, которое дается стрелкам. Все проходят его в одинаковых условиях, в одном положении. Вот. И, соответственно, каждый стрелок, кто это упражнение выполняет быстрее всех и точнее стреляет, то, соответственно, у того будет больше очков, и он, соответственно, у него будет больше шанс занять первое место на данном соревновании. Большое внимание на турнире по практической стрельбе уделили безопасности. Во-первых, все участники и судьи в наушниках и очках. Строго проверяется и техническое состояние оружия. За нарушение техники безопасности участнику соревнований грозит дисквалификация. На краевом турнире такого, к счастью, не случилось. Готовы?
Внимание! Соревнования проходят, главное, что безопасно, правила не нарушаются, вот, дисквалификации у нас не было. Вот, и, самое главное для нас, наверное, чтобы была безопасность, это наша работа обеспечивать на упражнениях безопасность, следить за безопасностью. Несмотря на то, что здесь очень много людей с оружием, к этому виду спорта очень пристально мы сами следим и за безопасностью стрелков, и за безопасностью судейства. Вот в этом тире все организовано с точки зрения безопасности квалифицированно и правильно. Внимание! Отбой! Ваше время 21:49. Надо отметить, что этим видом спорта могут заниматься люди совершенно разных возрастов. Вот и на краевом турнире можно было увидеть и совсем молодых спортсменов, и тех, кто занимается стрелковым спортом не один десяток лет. Этот вид спорта, практическая стрельба, она практически не ограничена в возрастном эквиваленте. Здесь в основном заниматься можно и с 14 лет. У нас обычно в практическую стрельбу приходят и детки. Они сначала занимаются эрсофтом. Кстати, в 2021 году в Сочи будет проходить чемпионат мира по практической стрельбе именно с эрсофта. И многие детки, они как раз начинают сначала заниматься на эрсофте, в тирах. Вот, стреляют из пистолета, карабина, вот, и затем уже приходят к боевому оружию. Но, как правило, сначала вы получаете разрешение на хранение оружия и ношения, и затем приходите в тир, начинаете оттачивать свои навыки квалифицированного безопасного владения оружием. Практическая стрельба мало того, что заставляет поднимать на новый уровень всех военных, которые раньше этим не занимались, но и сами спортсмены выходят совершенно на новый уровень. Занимаются дети от 10 лет и заканчивая взрослыми, там свыше 70 лет, можно заниматься этим видом спорта профессионально. Чемпионат Краснодарского края по практической стрельбе в Сочи стал для всех участников еще одним шансом проявить себя и показать все свои самые лучшие стрелковые качества. А вообще, говорят спортсмены, чемпионат региона – это не только медали, это просто большое удовольствие и долгожданная встреча единомышленников. Честно говоря, соревнования – это та же тренировка, только если, допустим, ты проходишь 3 тренировки, но соревнования, за одни соревнования проходишь, ну, это, наверное, 15 тренировок. Вот, то есть, ну, это немножко экстрим, это какое-то даже удовольствие. Тут собираются все регионы, и собираются все стрелки, и топовые стрелки. И ты смотришь, как стреляют, допустим, топовые стрелки, и ты стараешься их как бы тоже перестрелять. Ну, потому эта тренировка, это экстрим. Понятно, что удовольствие. А для вас важно заработать медаль, скажите, вот если так честно? Да. То есть, как бы она ни хотелось, как бы не думал, там, что это там, тренировка, или там все равно хочется добиться чего-то. Тренировочный процесс, да, люди там долгое время готовятся перед тем, как выступить. Тренировочный процесс – это как бы одно. А когда вы выступаете на каком-то спортивном мероприятии, здесь совершенно другое. Здесь очень важное значение имеет именно психологическая устойчивость спортсмена. Вот, да, то есть, допустим, у него все может получаться в тренировке, да, там, в обычном выступлении. И совершенно другое, когда ты выступаешь как бы среди людей, которые, грубо говоря, там, твоего уровня подготовки, либо выше, либо ниже, да, ты показываешь себя на то, что ты способен.
свои возможности. Здесь совершенно по-другому. Вот здесь как бы и руки начинают потеть, да, то есть и волнение сказывается, все это сказывается на результате, на точности, на попадании. Здесь также бывают моменты, когда и техника, скажем так, подводит, да, там какие-то технические заминки. То есть совокупность всех вот этих факторов, она как бы в целом влияет на выступление спортсмена. Наверное, как вы уже убедились, да, уровень эмоций, адреналина, и, скажем так, он зашкаливает, да, и ни с чем не сравнится. Ну, каждый человек как бы занимается своим любимым делом. Мы являемся все ярыми фанатами там, практической стрельбы. Вот, как бы для нас данное соревнование еще одна возможность показать, проявить себя, да, и получить, зарядиться позитивными эмоциями, пообщаться с, там, с коллегами, там, знакомыми, друзьями, там, завести с новыми знакомствами и еще раз себя как-то проявить. Краевые соревнования по практической стрельбе в Сочи проходили 2 дня. Стрелки в итоговом протоколе расположились следующим образом. Последние там несколько лет все-таки как бы достаточное количество людей пришло в этот спорт, проводится достаточное количество мероприятий, да, то есть как бы, если там брать не там 5-6 лет назад, да, то и сравнивать сейчас, то порядка 20 официальных мероприятий в год проводится. Я говорю именно про уровень муниципальный и краевой. В том числе мы стараемся также проводить соревнования всероссийского уровня, то есть как-то стараемся расширять, привлекать представителей стрелкового спорта из других разных регионов, чтобы не только там где-то в центральных регионах России, да, но как бы там география стрелкового спорта расширялась. То есть все усилия к этому прикладываются. У нас ожидается 23 ноября проведение краевых соревнований по практической стрельбе из карабин. Ну и также мы сейчас вот в настоящее время формируем календарь на 2020 год и думаем, что у нас также все получится, также на таком же уровне количественном будем проводить данное мероприятие.